ну, наверное, так же, как и многим, не совсем реализовал свой талант. Вот он, Рикардо Куарежма. Когда-то в четверке защитников трое представляют Бразилию. Ассистенты Маты Жунич и Роланд Бранднер. Любопытно, что один из лайнсменов не... большую безвыигрышную серию команды. Правда, вот поклонники Порту угловой. Куарежма дал вратарь португальская команда Бенфика. Так вот, серьезно, представители этой страны относятся ко второму по значимости Евротурниру. Безусловно, в данном противостоянии фаворит Порту. И опыт гигантский, европейский, еврокубковый. Соглашение, которое будет действовать до 2017 года. Куарежма входит в штрафную, против него Себастьян Юн. Куарежма бьет в ближний угол, не попадает. После в карьере Рикардо Куарежмы был стамбульский Бешикташ в Турции. Экс-полузащитник сборной Португалии. По большому счету, игрой в футбол это Куарежма. Преимущество 3-1. Куарежма. Вновь его любимая передача сюда в штрафную. Защитники мяч выбивают. И охотнее владеет мячом хозяйская команда, но пока гораздо чаще мы видим вот такие вот дальние удары. Сложно Айнтрахту, кто играть в двух турнирах. Догонял Бенфику и в итоге в самой концовке настиг лиссабонцев, стал чемпионом. Но желтую карточку получает Марко Рус. Карту Куарежманского Спортинга. Очень рано оказался в Барселоне. В юном возрасте, но Куарежма провел всего лишь 7 матчей, кстати. После чего полгода был свободным агентом, стал себе клуб Порту. С удовольствием вернул своего игрока. Подача со штрафного от Куарежмы. Гостям явно не хватает движения. Не получает мяч Куарежма. Удачный финт в его исполнении. Всего три легионера. Испанец, швейцарец и перуанец. Ой-ой-ой, какой мяч забивает Рикардо Куарежма. Это его игра и его гол. Забил, интересно. Это второй гол его за Порту после возвращения. Смотрите, потерял мяч Себастьян Роде. Неудобную передачу на него выполнял Себастьян Юнг. А Куарежма убрал мяч в сторону. Ушел от Юнга. И с правой ноги, с угла штрафной площади. Неотразимым ударом от штанги мяч ворота посылает. Вот он, Рикардо Куарежма, во всей красе. Террера вновь Куарежма. Как будто во дворе. Вот это его отличало всегда от партнеров. Могут подумать другие. Первый тайм заканчивается. Матч Порту Айнтрахт Франкфурт 1-0 впереди.
мне через 15 минут. Пока отдохнем. Есть варианты для усиления у Армина ФС, здорово начавший этот сезон чешский форвард Вацлав Кадлец. 5 побед в 6 матчах одержал. Всего 4 мяча пропустил. Смотрите. Такой Марко Руссо. Кварежма. Нарушение. Замена в составе хозяев. Джосуэ поле покидает. На 77-й Александро поразил уже собственные ворота. Результативные ничья на драгах.